Раз, два, три, четыре, пять. 50 раз правой рукой. Аделина, Аделина, встань за лицо сюда. Обнимай лицо, или там у мальчика, там, да, или там. Тихо, перейди, пожалуйста, сюда. Так, опять левой рукой перед центром. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Смотри, а теперь до мяса. Раз, два, три, четыре, раз, два. Эй, крепкие милушки. Посмотрите, не так стоим, а приседая, вот, приседаем, видите? Туловище прямое. На пятки не становимся. Хорошо, теперь смотрите внимательно. Вот это линия, куда это заходит. Сейчас вы ведете мяч, нужно пройти, смотрите. Я должен пройти. Здесь, потом мимо, туда, через вас. Я делаю движение. Оп, беру. И каждый идет, пошли. Теперь не мяча. И по кругу, а между. Стоп, 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 это же взять мяч в руку, то мы лицом. Сейчас ведем. Сейчас ведем правой рукой, левой, правой, левой. Ведем правой рукой, левой. Научиться, надо играть с кем, кто лучше. Не сильно, а немножко лучше играть. Хочешь стать? Он говорит, богатым человеком, да? Кто у нас может быть богатым? Те, кто работает в банке. Значит, где надо учиться? В академической академии. Там, где лучше знать эту профессию. Дальше. Вращаться нужно где? Среди двоечников? Нет. Надо вращаться там, где есть знакомый, который любит математику, который любит информатику. С таким, если ты будешь двоечником, хочешь плохо учиться, значит надо с кем-то плохо учиться дружить. Он тебя научит. Правильно? Хочешь научиться чему-то, кройке и шитью, надо к бабушке бежать. Здравствуй, бабушка, хочу научиться, все села, что научила, все. Есть кружки какие-то, ты повязать, туда. Но по-другому никак нельзя. Хочешь быть богатым человеком, значит, есть клуб бизнесменов, надо туда идти, знакомиться, развивать свой бизнес, они подсказывают, ты же говоришь что-то. Только так? Так, сейчас смотри, я хочу, чтобы вы один раз, раз, два, оп, бить, вот смотри, бить, мне мяч ушел, я бы задался, но это может плохо играть. Не надо бегать по ковру. Еще раз. Раз, мяч ушел. Возьмите его в руки еще раз. Раз, два. Вот вы видите стол такой? Вот я его раскладываю. Вы выкладываете. Сам играет. Сам играет. Стараюсь, чтобы легко пройти. Какими мужиками выигрывать. Я не люблю проиграть. Один раз снизу, один раз снизу. Мальчики, придите сюда. Посмотрите. Четыре, два. Стоп. Снизу сверху, снизу сверху. На требование посадки по маленькой. Посмотрите, вот эти вещи не сильные. Только морочки, раз у меня ракет, если дойдем. Опять, посмотрите. Ты уходишь. Здесь большие ребята, они бросили.
потому что спину лицо. Стоп, мате, стоп, мате, значит так, встаньте здесь, ты здесь становишься, мячик, вы вдвоем играете в волейбол. Так, мячик, ты здесь играешь, мяч, пойди, смейте сюда, пожалуйста. Все, пошли волейбол, играем. Бас, бас, бас. Пошли волейбол. Стоп, 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 стоп. Здесь старайтесь. Стоп, 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 стоп. Здесь так. Ручка впереди, сзади. Ручки здесь. И старайтесь играть. Стоп. Руки в сус. Ну, в сус. Почему? Мяч бой сюда, возьми его, раз. Давай. Еще, я подбросил мяч и все, вот, все, все, давай. Двумя руками. Двумя руками. Двумя руками. Двумя руками. Еще раз. Стоп, Матэ, пока вы не научите. Еще раз, представьте, что у вас вот эти два пальца, вы ударили. Вот вы играете вот этими тремя. Вот волейбол играет, три пальца. Видите, три пальца. Вот это главный палец. Их заставляют на трех пальцах отжиматься, чтобы стоять. Ну, все, чтобы они сильные, чтобы сильные подачи. Эти два помогают просто. Вы вот так стали? Нет, пошире. Держи мяч. Посмотри. О. Видите, видите как? И вот играем вот этими тремя. Они жестко играют. Те не расслабляют. Именно всеми, но вот эти вот три самые главные. Так. Двумя руками. Двумя руками. Двумя. Стараться на друг. Вот в руки давать, партнер. В руки постараться. Видишь, ты даешь так, ты даешь. Чтобы мог так. Расслабленные пальцы, расслабленные руки. Я сильно расслабляю. Она наоборот близко. Стоп! 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 Еще раз. Посмотрите. Мячики прямо. Мячики прямо видно. Мячики тоже. Зависит. Мягко. И быстро, и медленно, и мягко. Еще раз. Когда мы подбрасываем руки. Раз. Неудобно. Ага. Давай. Вот. Так. Значит, сейчас Вика сюда переходит. Григорий сюда переходит. Сюда переходит. Михаил сюда переходит. Все, пошли, поменяли партнера. Вот смотри, я сейчас бил, упал. Внутри за ножку. Ближе, кстати, я буду легче. Вот, вот, двумя руками. Еще раз, примечаете, двумя руками играю. Стоп! Вот, постарайтесь пробить. Раз, два. Получилось классно. Раз, два, три. И считайте. Посмотрим, кто у нас. Вот сейчас ты бежишь, она поможет. Еще раз стараться. И считай, сколько раз ты бежишь. Очень хорошо. Очень хорошо. Вот, чем дальше? Стоп, Матэ. Стоп, Матэ. Еще раз, вы смотрите, какой, вот, играя в футбол, еще что-то, вы смотрите, какой против вас играет или помогает, играет с вами партнер. Партнер может быть такой, сильный, слабый, очень сильный.
Если вы стоите и ждете от партнера, который проект уменьшил, вам все сделает хорошо, значит не ждите. Он может бросить мяч неудобно и в лицо попасть. У вас есть руки? Поставьте руки. Уже приготовьтесь. А чего? Маты, перешли. Значит, ты откуда пришла? Ты идешь сюда на место. Я поставлю здесь. Я идешь сюда. Паша, поехали. Хорошо. А, ну вот я и запомнил. Вот, смотри, ты говорила, вот она жестко кидает. Ну нет, я будет. Считаем, считаем. Потом говорили, теперь тоже еще 5 раз делаю. Там же не интересно играть. Потом уже поздно. Я же тогда думал. Маты перешли. Митя вставляешь. Нет, не бросаешь. Даешь руки. Отсюда. Одна нога впереди. Ты что, на Индии? Легли на живот. Три. Наши зейки. Лодей. Прев. Пошли. Уно. Дой. Патру. Стоп. Послушайте, я начинаю считать. Два человека делают, остальные все смотрят. По пять раз делают. Я считаю. Раз. Раз отдавили. Раз. Касается вниз до конца. Два. Ниже отдали. Три. Четыре. Пять. Пресс. Пошли. Я так мало даю, что пошли. Уно. Выше. Дой. Выше. Три. Патру. Чинь. Ноги. Встали. Пошли пять приседаний. Уно. Дой. Три. Патру. Чинь. Мате, эти мячики просто назад. И я вам даю тяжелый мяч. Зачем? Потяжелее мячи. Вы бросаете друг друга. Просто делаете броски. Пожалуйста, мячи. 100 бросков. Нет, 50 бросков. Это каждый делает 25. Приготовились? Любого партнера. Давайте здесь. Еще раз не волейбол играет. Не могу узнать. Да, еще раз. 25 бросков, 25. Приготовились. Каджере. Двумя руками бросаем и все, пошли. Батарея? Сколько ты делал? 24, 25. Хорошо, положили мяч. Пусть не идет. Ты уходишь туда, ты уходишь туда. И меняй. Берись, как ты сюда. Все, поехали. 25 бросков. 25 бросков. Пошли. Три. Четыре. Пять.
Не держать его, как бы чуть-чуть толкать, и этот, чтобы он набегался и бросил.